Ты всегда будешь для меня неудачей. Я бедный, у меня остался только доллар. Какой удобный дом. Я куплю его. Докажите папе, что он не прав. Ладно, мы заходим в дом. Так. А кто это напротив меня? Амир? Ты что тут делаешь? Блин, ну тогда поздоровайся с ребятами, давай вместе ролик снимать. И вместе зарабатывать деньги. А вообще, я не хочу снимать ролики, потому что они не ставят лайки и не подписываются. Ребят, давайте подпишемся и поставим лайки. Чтобы Амир не грустил, и мы вместе засняли этот великолепный ролик. Как мы будем доказывать папе? Все, да? Да. Ладно. Я так понимаю, он не хочет сниматься в видео. Короче, смотри. Все поставили лайки и подписались. Ты теперь будешь сниматься? В смысле? Нет. Ладно, сейчас я тебе все докажу. Давай. Так, сейчас посмотрим. Давай попробуем кого-нибудь взломать. Так, нарушение. Так. Сейчас мы кого-то взломаем. Да ладно, мы кого-то взломали. Круто! Так. А, нет, пока мы еще не взломали никого. В смысле, у Амира уже 2 бакса. Это он мне сказал. Что ты делаешь в моем доме? Свалил отсюда, понял? Я себе второй этаж куплю. А у меня и так он есть, понял? Понятно все с тобой. Не знаю, что у него там происходит. Вы, наверное, знаете. Ну, а я пока повзламываю людей. Позарабатываю денежек. Вот. А вот и мой уже второй взлом. Сейчас загрузка кода. 0111000111111000111. Я очень запарился это вообще. Так, он там орёт на всю улицу, походу. То, что у него В смысле, у него 28 баксов уже? Ой, ну и ладно. Сейчас мы догоним его. Вот, при этом у меня уже почти хватает на второго работника. Все, у меня теперь 5 баксов. Мы идем покупать себе первого друга. Кто это будет? Это кто? О, бекон. Ура, у меня бекон. Так. Посмотрим, что там у Амира. Так, мы пока тогда его сейчас ограбим. У него там друг спит. Давай, вон, сейчас. Так, сколько у него тут? Так, я это все убрал в карманы. Потом посмотрим, сколько у нас денег. Главное уйти, чтобы он нас не заметил. Так. Вроде он меня не заметил. Сюда. Блин, по-моему, у Амира не очень много денег. У меня было 2 доллара, а стало... Кто-то сломал мой сервер! Сейчас, погоди. Я сейчас вернусь. Нам надо с ним поговорить. Вот он орёт, это потому, что мы его ограбили. Но только не говорите этому. А сейчас я пойду на него кое-что пару.
Амир, ты случайно не офигел? Какого фига у меня сервер сломан? У меня работники не работают. На тебе за это. Все, я пошел чинить сервак. Свалил отсюда. Вот ты свалил. Это я, мой. Где надо у тебя? Где у тебя кровать? Кровать? У меня кровати нету. Меня выгнали из дома. Бомжара. Так тебя тоже выгнали из дома. Че ты ржешь тут? И говоришь бомжары. Да, это было очень забавно. Нифига себе, какой код. 1-1-1-1. Пожалуйста, я пока про... Чё? Я пока очень много поработаю. И, в общем, когда уже все будет сделано и накоплю много денег, тогда я уже подключусь. Так, взламывай. А я не понял, кто это передо мной. Сейчас, подождите, сейчас я его дам. Во-первых, как-то... Какого фига? На! Ой, блин, да ухожу я. Вали отсюда. А чё мой работник? Чё с моим... Ты чё, спишь на работе? Сейчас я тебе дам. Проснулся быстро. Кто вообще сломает мой сервер? Я ему дам вот прямо. Я конечно, знаю, кто это. Это Амир, естественно. Ну, ладно. Интересно, что там у Амира творится? Так, я накопил 28 баксов. И теперь я смогу купить моего второго друга. Ура! Так офигенно. А еще я понял, что здесь есть апгрейды. И здесь, нифига себе, здесь можно увеличить скорость. Здесь еще загружают хаки быстрее. И взломный навык мы потом купим. Кстати, а что там у моих работников? А я не понял, что мы спим. Ребята, просыпаемся. Все, хак. Мы хакеры, мы читеры, мы хакеры, мы просто всех взломаем. Пойду проведу Амира. Чё там у тебя творится? Да блин, я этого работаю. Нифига себе, у тебя моча с крыши льется. О, это не... Это не я. Коля? Вот там у тебя вообще... Отдай от меня! Сюда, блин, где ты? Не, я тебе не скажу, я это... Куда подошел? Нет, отстань от меня! Я его ненавижу! Уйди от моего дома! Амир, у тебя там хлеб с холодильника убежал. Вот это пранк, 99 IQ. Я тебя выиграю, вообще понял, да? Папа! Ладно, пусть он там пока орёт, на кого попало.
А мы пока купим себе апгрейды. Круто. Теперь они, по идее, у нас должны делать все намного лучше. Правда, один из них уснул. Слышь ты! А вообще, у меня два бекона работают. Кто сломал мой сервер? Ну, явно не Амир. А может, и Амир. Я же его сервер взломал. О, там бекон. Сейчас мы этого бекона пронканем. Или нет? А что это за пасхальные яйца? Я их реально только сейчас заметил. Нифига, я не могу их взять. Ладно. Сейчас. Сейчас мы ограбим Амира. Тихо, тихо, тихо. Ой. Что ты тут? Пошел отсюда! Да, извини, я тебя просто ограбить хотел. Ой. А что это за вирус? Ой! Чё? Чё это было? Слышите, чё уснули? Сейчас я вам дам. Этого раз, этого два. Размышления. Давайте думайте быстрее. Мы... Коля, ты лузер! Бежим. О, быстрее, надо взламывать, надо всех взламывать, надо всех взламывать. Ноль, ноль. Один. Я не могу никого взломать. Один. Ага, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, двоих примерно взломаем, успеем, в принципе. Денежки, как много денежек, там 4 за один взлом дают. Сейчас еще взломаем. Один, 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 ноль, один. Два ограбления сделал. Ой, я тоже два ограбления сделаю. Я, короче, Амир. У меня вообще круче бизнес. Все, у меня 40. Мамзарик, здесь только ты. Поставьте лайк, если вы считаете, что я выиграю Амира. Хотя вы же... Да, в реале поставьте лайк, за эту Амир. А кто нет? Кто считает, что выиграет Коля, ставьте лайки. А кто считает, что выиграю я, такой вот красивый, то подпишитесь. А подписок тут будет уже миллион. У тебя миллион подписчиков будет. Кстати, ссылку на канал Амира я оставлю в описании. Я здесь еще нашел какое-то пасхальное яичко. Странно, почему его не убрали. И какого-то чела. Вали отсюда, или я тебя убью. Кто ты? Я убиваю за деньги. Я не знаю, что я ему ответил. Папа, я могу купить третьего работника. Что-то у него-то вообще жесть. Все, вы уволены. Ты уволен, ты понял? У него-то вообще жесткое месиво. Ну, работника, наверное, он не будет. Код 0000, понятно. Опа, опа, опа. What the fuck? Кто меня опять взломал? Я вообще думаю... Я, кажется, знаю, кто это сделал. Коля! Коля Турк! Шо? Овечка! Какая овечка, овечка? Зачем ты мне метод? Я взламываю людей. Мне послать! Кто взломал меня? Не вот знаю, дядя Василий или дядя Иван, не знаю. Интересно, что там опять у Амира творится? У него всегда какая-то хрень творится. Сейчас мы посмотрим. Стой, у него уже 10. Так, все, наконец-то я работаю. Прячемся. Коля, уйди отсюда! Ты нафиг вырубил его!
За то, что ты моих челиков нафиг. Мои друзья самые лучшие. И мои подписчики. Ну подписчики кто-то, да. А это кто? Вот твои друзья нет. Ну, кроме меня, конечно. Да, конечно. Ой, я нашел какую-то батарейку. Это моя батарейка, отдай. Нет. Было твое, стало мое. Оно лежало просто на... Я не знаю, что это дает. Что это дает, это батарейка. Потом на видео он зайдешь, посмотришь. Да, Мир, отстань. Я тут взламываю людей. Мне уже почти хватает на моего третьего друга. А может, этим другом... Короче, чё, ты мой сервер взламываешь? А, нет. Да. Там нету никого. Сейчас буду взламывать. Ребята, все взламываем. У только аккаунт 2. Все запомнили. А чё это челик? А что это за челик возле твоей базы идёт? Ходит. Я не понимаю, кто это. Там мужик на моей базе. Что это за мужик? Какой-то Миша 12-0-1333 пытается взломать твой сервер. Что это за чел? Короче, здесь какой-то чел. Кто это, скажи? Я КЗ, это честно. Этот мужик меня взломал. Вот еще какой-то челик взламывает людей. Так, лови аптечку. Будешь знать. Да, домик у меня, конечно, так себе. Что это за чел? Что он тебе пишет? Я не понимаю. Ты мне мешал взломать, я тебе тоже. Странный какой-то чел. Не по ласке в видео. Ладно, ребята, мы, наверное, в следующий раз заснимем вторую часть. И, короче, всем пока-пока. Пока, ребят.